рождения тебя. До главного зимнего праздника больше месяца, но новогодняя сказка уже пришла в Заречный. 18 ноября, в день рождения российского Деда Мороза, во Дворце культуры «Современник» любимец взрослых и детей принимал подарки и поздравления. А что бы вы пожелали ему в день рождения? Наверное, остаться персонажем, который все-таки еще верят дети. И чтобы он приносил детям счастье и радость. И праздник. Все-таки, когда говоришь Новый год, всегда сразу Дед Мороз вспоминается. Пока одни фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, другие сочиняли послание главному зимнему волшебнику. Можно просто написать «Город Великий Устюг» и положить в конвертик заветное письмецо с пожеланием, приклеить марочки, если вы хотите, чтобы он дошел. Марочки тоже есть новогодние, такие красивые, со снеговичками. Вот, и положить в почтовый ящик. И уже проверено, ни одно такое письмо не остается без внимания. У меня есть вот такая вот стопочка ответов от Дедов Морозов, которые на протяжении 2 лет мне отвечают каждый год. И это из разных стран. Финляндия, Канада, Россия. Все отвечают. Поэтому Дед Мороз есть, он существует. Все, кто также верит в Деда Мороза, могли и сами сотворить маленькое новогоднее чудо. Например, поучаствовав в мастер-классах, организованных благотворительным фондом «Дарья». Всегда приятно доставлять людям радость, а когда это еще на благотворительной основе, вдвойне приятно, потому что вырученные средства с наших акций идут на программу «Вместе ради детей». Она направлена на помощь таким детям, как с такими заболеваниями, как ДЦП, лигофрения, расстройство аутистического спектра. Поэтому помогать и дарить радость – это наша задача. Большой зал Дворца культуры с трудом вместил всех желающих поздравить Дедушку Мороза с днем рождения. Юные артисты все свои выступления посвятили виновнику торжества. А сам именинник поблагодарил и наградил маленьких мастеров, участников городского конкурса семейного творчества «Подарок для Деда Мороза». Праздником, устроенным в его честь, волшебник остался доволен и признался, что благодаря маленьким зареченцам все его пожелания уже сбылись. Не поверите, но я уже все получил, что хотел. В первую очередь это улыбки и радостное настроение детишек. И как я только зашел сюда, в фойе Дворца культуры, я это сразу же увидел. Так что спасибо всем огромное, что пришли, поздравили меня. Я вам очень рад и благодарен. Празднование дня рождения Деда Мороза в Заречном началось время новогодних чудес. Осталось только дождаться настоящего зимнего снега. Зима, зима, зима! Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».